Изумрудный город в лицах – это проект инклюзивного клуба для людей с ограниченными возможностями или дополнительными потребностями. Воспитанник клуба дает полуторачасовой концерт. Все как у взрослых. Сцена, свет, звук, неравнодушная публика. На этот раз бенефис Кристины Лбовой. У девушки непростой букет ментальных заболеваний, и все-таки уже 10 лет она поет в изумрудном городе. Сегодня у нее не только творческий вечер, но и день рождения, ей исполнилось 19. Женщина, которая шепчет слова всех песен, мама Кристины, наизусть знает весь репертуар дочери. Говорит, подготовка к концерту была недолгой, все 10 лет занятий в клубе. Это невероятно, что вот этот бенефис для наших ребят, потому что они раскрываются, а это настолько раскрепощение на сцене, то есть они приглашают друзей, приглашают всех знакомых, всех близких на такое мероприятие. Это уже третий творческий концерт воспитанников клуба. Художественный руководитель Татьяна Акчурина объясняет, дети с дополнительными потребностями тоже талантливы, тоже умеют веселиться. И вот встретите кого-нибудь на улице, да, за руку поймайте и спросите, какой ваш талант, да, кто-то скажет, я классно рисую, кто-то скажет, я классно фотографирую, кто-то еще что-то классно делает. Они тоже умеют это делать очень классно. И вот задумка этого проекта «Изумрудный город в лицах» как раз была в том, чтобы показать, что мы тоже можем делать это классно. Следующий шаг – пригласить на такие концерты все семьи, без исключения, чтобы разные дети и взрослые увидели друг друга, узнали, что вместе можно классно проводить время, смеяться, петь, танцевать и дружить. Тимур Гасин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».